Говорит Кастлтон, нас обнаружили! Берите генерала и пробивайтесь к нам! Теперь вы станете позгово! Зас! А! Новый заключенный! Спасибо, Карсон. Не ожидал тебя здесь увидеть. Карсон! Укрытие! Разберись с ним, Карсон! Генералу Джорджу Доннелли удалось бежать из мест заключения. Вскоре он присоединится к борьбе против немецко-фашистских захватчиков. После освобождения Доннелли заявил, что германская наука разработала прототип нового оружия, так называемой ядерной бомбы. Одна такая бомба может стереть с лица земли целый город. Официальные лица Германии отрицают существование этого оружия, равно как и его возможные испытания на одном из американских городов. Президент Стивенсон назвал обращение Доннелли, цитирую, «смехотворной ересью предателя Родины», но никак не прокомментировал слухи о наличии подобного оружия. Стивенсон, чертов любитель фрисов. Третий раз за неделю, Анджело. Ты же знаешь, что это неспроста. Этот клоун не наш президент. Его кто-нибудь вообще выбирал? Расслабься. Именно поэтому генерал и собрал всех нас. Мы разберемся с ним сегодня ночью. Мы собираемся убрать президента? У кого-то с этим сложности? Конечно, нет. Ты ведь сказал все верно, сынок. Его никто не избирал. Много лет он был просто нацистской шавкой. Для проведения операции мне понадобится один отряд подрывников и 3 штурмовых отряда. Один проникнет в здание, 2 других будут его прикрывать. Карсон, ты отличный солдат. Не подведи нас. Папаша, лучше бы ты посадил за руль мамашу, она бы не забрала все ямы.
во что эти ублюдки превратили Белый дом. Документы. Мы на месте, парни. Пошли! Взорви эту дверь! Задача — разведать сектор и зачистить его от солдат противника, чтобы отряд подрывников смог пробраться внутрь. Отряд Майка встретится с вами позже. Exakte, wir brauchen Verstärkung! Fahrstuhl abstellen! Sammeln und Frachtlager sichern!
Эй, Карсон, где, черт возьми, тебя носило? Ты же помнишь Кастлтона? Рад видеть тебя, приятель. Кастлтон, за дело. Первый раз в Белом доме, и то лишь для того, чтобы его взорвать. Ну что, готов?